Вот приехали, заселились в наш отель. Уже сейчас по местному времени 2 часа ночи. Решили все, разложили сумки, решили выйти, пройтись, погулять. Вот наш отель. Народу сейчас никого. Это вода. Ну, естественно, купил сразу же пивка местного. Тристау. Говорят, самое лучшее китайское пиво. Стоит оно... Вот мы покупали в кафе при отеле. Вот кафешка, с ними покажи. Это вот при отеле. Не кафе, а только магазинчик. 4 юаня. Стоит 4 юаня. На наши деньги это всего 40 рублей. Вот такая вот бутылка пива. 600 миллилитров. 600 миллилитров. Сейчас попробую. Ну что, довольно достойный вкус. Сколько оборотов? А я даже не смотрел, сколько оборотов. Там, наверное, не видишь. Да, все потом. В фонариках, все красиво. Вот такие вот фонарики у них на улице. Везде. Время уже сколько? 2 часа ночи? Время 2 часа ночи, да. В России на 5 часов меньше. Народу никого нет. Народу никого. Никто не едет. Завтра посмотрим с утра, вот что будет. Вот наш отель называется Линда. Она чуть не светится сегодня. Вот. Угу. Завтра с утра пойдем на пляж. Первый день немножко посидим, чтобы не обгореть. Потому что я знаю, что это такое. Уже не раз я ходил кровавыми пулдырями. Это наш рецепшн. Да, вот это наш рецепшн. Завтра мы живем в другом корпусе. Завтра я сниму номер, покажу как. Номер, конечно, не ахти, говорю сразу же. Но мы к этому и знали, что бюджетный вариант. Мы к этому были готовы. Нам главное не номер, в котором мы практически будем только ночевать. Ну и так, немножко пивко попивать. Рядом, зато у нас рядом с бассейном он все. Завтра покажу, снимем номер обязательно. На ночь, 2 часа ночи, жара конкретная. Жара конкретная. Не верьте никому, ага, кто говорит, что в январе... Ну, может быть, бывает такое, правда. Да. Холод, люди в куртках. Ну, вот сейчас, ну, вот, сейчас, ну, жарко. 23-24 точно. Да какой, мне кажется, больше. Вот, мы, конечно, в шортах, это... и жара. Ну, да. Не, ну, пиво так неплохое. Сколько же действительно в нем этого? Пойдем, зайдем в этот. Куда? В отель. В отель? В ресторан. В магазин? Да, магазин. Ну, тут покажу. Цены дорогие в магазине. Ну, естественно, этот магазин при отеле. Тут будет фрукты. Тут фрукты мы пока покупать не будем. Саша, будем искать, говорят, хорошие очень цены тут все.